Установка содержит источник тока, к которому подключены амперметр, реостат, второй амперметр, резистор и третий амперметр. Заметим, что все элементы электрической цепи соединены друг с другом последовательно. Включим источник тока и обратим внимание на показания измерительных приборов. Первый амперметр показывает силу тока величиной 0,3 ампера. Второй прибор также показывает эту силу тока. Третий прибор показывает ту же величину тока. Уменьшим сопротивление реостата. Видим, что при этом сила тока в цепи изменилась. Теперь все амперметры показывают силу тока 0,5 ампера.